В рамках мероприятия, посвященных празднованию 72-й годовщины Великой Победы, в спортивном зале Центра развития дзюдо на двух татами юные дзюдоисты Хасавюрта боролись за медали и кубки в двух весовых категориях. В соревнованиях приняли участие спортсмены и спортсменки как мастера своего дела, так и новички, которые только начали пробовать себя в данном виде спорта. На открытие турнира прибыли представители администрации города, директор специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва Сайпудин Али Асхабов, также почетный гость, ветеран Великой Отечественной войны Александр Макуха. В своем выступлении участник войны обратил внимание присутствующих, что огромную роль в победе играет дружба, благодаря чему советскому народу удалось одержать победу над фашистской Германией. Победа – это ассоциируется со словом «счастье», «радость». И когда побеждает человек в чем-то, он всегда радует. Победой в труде, победой в спорте, победа в учебе! Это радость. В продолжении мероприятия Шарафуддин Магомедов, тренер спортивной школы по развитию дзюдо, вручил ветерану войны символический кубок соревнований. Открывая турнир, начальник отдела по физической культуре и спорту при городской администрации Магомедали Газимагомедов от лица актива города поприветствовал участников турнира и пожелал упорных сражений только на коврах спортивных залов. Спортивная школа, которую сегодня организует вот наше мероприятие, является одной из самых сильнейших спортивных школ в России, школа Шамиля Умаханова. Она воспитала многих чемпионов мира, олимпийских чемпионов, чемпионов Европы. Поддержать боевой дух и настроить на победу детей пришли родители и друзья юных спортсменов. Соревнования проходили в двух весовых категориях. Все призеры и победители были награждены памятными медалями и кубками. Расул Гаджиев, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».